вы не разочарованы в своем выборе. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы ваш отдых был и максимально безопасным, и комфортным. И если вас все устраивает, то надеюсь, что увидеть вас еще в следующем году, на навигации 2019 года, в качестве туристов нашего города. Ну и три раза в день вы собирались здесь, в салоне, вас кормили вкусной здоровой пищей, это так? Да. С удовольствием представляю вам директора ресторана Людмила Ивановна Гусева. Добрый вечер, уважаемые туристы, всем приятного аппетита. Сегодня у нас праздничный ужин, и я бы хотела вам представить нашего шеф-повара, который вместе с поварами заботится о том, чтобы вы были сыты, чтобы вы были здоровы. Они очень стараются. Никто не похудел? Крымская группа? Не похудели? Это хорошо. Шеф-повар, мы к этому и стремимся. Шеф-повар теплохода Павел Бажов, Трушников Владимир Николаевич. И кормилица верхнего салона Власова Вера. И каждый день с вами были наши официанты Марина и Алена. Не обижали? Нет. Александр, слушайте, не обижали никого, кроме вас. Мы желаем вам всего самого доброго и до новых встреч на борту теплохода Павел Бажов. Спасибо. Ну и на столах шампанское предлагаем поднять бокалы за вас, за ваш отдых, за ваше путешествие, Николаевич, за алкогольное, за новые встречи на борту теплохода Павел Бажов. Спасибо. Мне бы хотелось представить вам штабу из тех ребят, которые создавали хорошее настроение на борту. Встречайте, пожалуйста, наш диджей, звукооператор, специалист по музыке Данил Королев. Фитнес-тренер, постановка номеров, восточные танцы Марина Устинова. Ведущий Дмитрий Ковалев. Специалист по работе с детьми и со взрослыми, залскими программами Ева Юдинцева. Пока еще начинающие ведущие, но тем не менее подающие большие надежды. Маруся Злотя. Ну и человек, который будил вас по утрам, вечером рассказывал сказки, приглашал на завтраки, обеды, ужин, наш методист Михаил Рансевич Логин. Также хочу вам представить куратора всех программ, редактора газеты, которую вы получаете каждый день, Елена Орлова. Мы работали прилежно каждый день и каждый час. Если отдых получился, ждем в круизе снова вас. Приятного аппетита! Дорогие друзья, вот с таким хорошим настроением мы ждем сегодня всех на праздничной программе, которая состоится в концертном зале. Приходите. Молодцы. Организованные.